Сегодня готовим баварский салат. Первым делом займемся сухариками. Их, конечно, можно купить готовые, но мы посушим сами. Для этого возьмем пару кусочков ржаного хлеба, натрем чесноком, порежем соломкой и в духовку сушить. Пока сушатся сухарики, куриное филе нарезаем пластинами. Слегка обжариваем на сухой сковородке. Остывшее филе измельчаем. Добавляем сыр, помидоры, зелень, соль, перец и заправляем заправкой, которую готовим из 1 столовой ложки сметаны, 1 чайной ложки соевого соуса и 0,5 ложки горчицы. Теперь все осталось перемешать и посыпать сухариками. Все готово! Приятного аппетита! Советуем приготовить этот невероятно вкусный и легкий салат. Берем не очень острую корейскую морковку и немного ее измельчаем. Добавляем банку красной фасоли. Жидкость нужно предварительно слить. Произвольно нарываем руками отварное филе курицы. Добавляем мелко нарезанную зелень и заправляем майонезом. Если приготовите этот салат, поделитесь отзывами, так как он еще никого не оставил равнодушным. Приятного аппетита! Вы просто обязаны попробовать приготовить этот вкуснейший салат. Берем микс салатов, помидоры черри разрезаем на 4 части и выкладываем сверху зелени. Затем порезанный огурчик поливаем соевым соусом. Нарезаем моцареллу и выкладываем на овощи. Поливаем оливковым маслом. Хорошенько засыпаем кунжутом и засыпаем пармезаном. Какой же вкусный этот салат! Вкуснейший салатик за 5 минут, а готовить мы его будем из пекинской капусты и тунца. Берем небольшой кочан пекинской капусты, нарезаем соломкой, огурчик средних размеров тоже соломкой, 2 отварных яйца кубиками, немного лука, все соединяем. Берем банку тунца в собственном соку, жидкость надо слить, и добавляем в салат. Осталась заправка. Мы взяли 2 столовых ложки майонеза и 2 столовых ложки сметаны. Не забудем посолить. Перемешаем. Получается легкий, очень вкусный салатик, на который у вас уйдет не более 5 минут. Всем привет! Сегодня предлагаем приготовить вкуснейший салат из кальмара. Итак, приступим. В кипящую воду добавьте соль, лавровый лист, душистый перец. Теперь положим тушки кальмара и варим после закипания 2-3 минуты. Пока кальмары будут остывать, нарезаем вареные яйца, корнишоны, но можно взять и соленый огурец, укроп, добавляем консервированный горошек и нарезанные соломкой кальмары. Заправляем по вкусу майонезом, добавляем соль, перец. Вот и все. Приятного аппетита и всем добра!